Саргас, вы стали давать мало практики. Я хочу, чтобы каждое ваше видео носило сугубо практический характер. Хотите практики? Приобретайте мастер-классы, вступайте в мою школу, читайте мои книги. Я выпустил уже более 500 видео, и, по-моему, там достаточно практики. Если вам мало, то не ждите халявы. Сам я знания добывал очень и очень непросто, и продолжаю добывать. Как минимум, одни только книги, мягко говоря, недешево, если говорить о серьезных знаниях. Всем привет, с вами Саргас. Несмотря на то, что я уже очень много давал практики и что мои подписчики местами обнаглели, тем не менее, иногда в открытом доступе я стараюсь давать какие-то заклинания, какие-то практические нюансы, которые могут вам помочь. А сегодня, в связи с тем, что на улице зима, я хотел бы поделиться с вами заговором от простуды. Сам я использую его регулярно. Вообще, по идее, считается, что это заговор именно от ангины. Но я использую его во всех случаях: от ангины, простуды, гриппа, подозрениях на ковид. Надеюсь, он вам пригодится. Но небольшой дисклеймер. Это не панацея. Он не заменяет лечение средствами современной медицины. Это просто вспомогательный нюанс. Заговор вы можете видеть на вашем экране. Для того, чтобы его провести, вам нужно налить в стакан из натуральных материалов, в идеале в прозрачный стеклянный стакан, воды столько, сколько сможете выпить, ну, желательно полный, так как вам нужно шептать на воду так, чтобы поверхность слегка колыхалась от вашего дыхания, то есть чтобы вы именно заговаривали воду. Наливаете туда чистой воды, считается, что там надо взять воду из ручья, из колодца. Но вот я живу в Петербурге и что-то колодцев вокруг не наблюдаю. Если у вас где-нибудь в центре Москвы есть колодец, поздравляю, можете набрать из него. Только рекомендую провести экспертизу на палочку Коха, дизентерию, болезнь легионеров и прочее. Возбудитель болезни легионеров, прошу прощения. Холера, опять же, да. В общем, не парьтесь, набирайте просто чистую воду из бутылки. Читайте 3 раза заговор, который видите на экране. Вместо имя, ну, пишите ваше имя. Это заговор, который вы можете использовать именно на себя. Читайте 3 раза, говорите «да будет так» и залпом выпиваете. Процедуру можно проводить каждый день, примерно в одно и то же время. Как правило, достаточно 2-3 дней, чтобы снять острые симптомы. При условии, что вы комбинируете это с медикаментозным лечением. Очень хорошо запивать такой водой антибиотики. Рекомендую. Почему я не рекомендую использовать этот заговор на других людей? Потому что, если вы смотрите это видео, сдается мне, что вы ни хрена не целите. О том, почему не целители не могут лечить других людей, я записывал отдельное видео. Если не забуду, ссылку поставлю в описании. Если забуду, погуглите на моем канале название, по-моему, «Вы не целитель». Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт maxsargas.com. Обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!